Готовь трубы летом. В областном правительстве обсудили состояние и готовность объектов соцсферы к предстоящему отопительному сезону. Например, из 2084 образовательных учреждений опрессовку систем отопления провели чуть более 30%. Правда, опасений, по словам чиновников, нет. К 15 сентября показатель достигнет 100%. Также треть объектов готова к отопительному сезону по линии Минздрава. Там, правда, есть ряд проблем, связанных с задолженностью. Также гладко все в отчете министра соцзащиты области. Две трети объектов готовы к зиме. Правда, подводные камни могут встретиться и здесь. Например, некоторые учреждения рискуют не войти в отопительный сезон своевременно. Особая тревогу у нас вызывает два учреждения, где требуется капитальный ремонт источников теплоснабжения и замены котельного оборудования. Это Орловский детский дом-интернат, замена устаревшего котельного оборудования. И второй – это Балашовский центр для лиц бомж, замена централизованной системы отопления на автономное теплоснабжение в связи с выводом из эксплуатации участков тепловых сетей. Здесь мы работаем в рамках областных средств. Но работа эта однозначно ведется, она не останавливается, просто эти два учреждения на особом контроле требуют наибольшего внимания.